находимся в Насерскере, будто раньше вы знали, что здесь, в Насерскере, короче, телефоны, там вещи и так далее находятся. Вот, сейчас, как называется, сейчас мы открыли новый магазин под именем МТС. И МТС, вы знаете, там сейчас вся техника, которая находится, там и опытом и так далее, вообще, в общем-то, что-то там новинка есть, которой в других нет. Сейчас я вам покажу, как найти этого магазина. Потому что сейчас там уже центр мобильной техники там находится, и можете там взять. Меня зовут Шерхан. Шерхан тот, который Шерхан, который вы видели там в Ютубе. Не знаю, сейчас скоро будет видеть. В будущем будет видео там. Ну, сейчас мы начнем видеообзор, который вам объяснит еще откуда, еще как дешевле купить вещь. Ну, люди, понимаешь, им нужно, во-первых, хорошее качество, во-вторых, и дешевле цена, и во-вторых, вещь, которая у нас есть, может быть, других нету. Я сейчас пойду вам покажу еще некоторые сюрпризы, там есть для русских именно, которые там покупают вещи, и потом... И сейчас можем, мы сейчас в будущем можем сделать эту телефонную сферу как интернет-телефонный магазин. Не нужно, вот, например, ты придешь в Дубай, тебе что-то нужно. Тебе не нужно прийти вот здесь, таскаться, там Golden Souk идти, там, не знаю, Гаргас-центр и так далее. И так далее. Вот, вот так прямо идем, там находится вот здесь мечеть, там находится, после этого находится там Гаргас-центр. Все там оптовые цены и так далее. Там. Находится. Ну, можете ваш, это выбор, никто вас не говорит, куда, ну, там центр, телефон там находится. Дорогие друзья, здесь вот этот банк есть, называется Habibank, H-A-B-I-B банк. Вот через этот перекресток вы можете пройти и потом налево идти. Хорошо? Здесь мечеть, а там МТС. А так прямо пойдете, чтобы другим туристам, которые они хотят там посмотреть чуть-чуть азиатский маркет, нужно вот так прямо, потом направо и прямо вот так пойти там. Golden Souk, там знаменитые вот эти маркеты, там Spice Souk, там и еще так далее вещи. Так, а там находится там берег, еще вот здесь хороший, где это, пейжас, говорят русские, не знаю, там или... Вот здесь находятся и часы и так далее, вот магазинчики и так далее. Ну, чтобы если так-то придете к нам в магазин, вот там находится наш магазин. Как дела, брат? Все нормально? Как жизнь? Вот так кино идет, да? Так, вот для кому, для тех русских или не знаю, там все Советский Союз, который хочет прийти в Дубай, купить что-нибудь, там, не знаю, iPad и там, не знаю, так, яблочные продукции, грубо говоря. Ну, знаете, да, яблоко, вот это Стив Джобский яблоко. И так далее. Если хотите такую, ну приходите ко мне. Сейчас вам и iPhone покажу, и iPhone, и iPad. Вот, короче, у нас вот такой iPad Air 16 гигабайтов. Там потом у вас некоторые вопросы будут, можете еще раз повторять, можете написать. Вот это iPad Air, новейшее поколение. Пока еще новее, чем это, нету. Но iPad Mini 2 рутинный дисплей есть, который он чуть-чуть поновее.
Так, еще что могу вам сказать? Вот это, подключаем его вот так. Очень легко. И там здесь будет что? Груша. Эй, извиняюсь. Это яблоко. Ну, откусим яблоко. Видишь, брат, яблоко? Да, яблочко. Видишь, яблочко. Это яблоко или не яблоко? Яблочко. Яблоко, да. Дика, хорошо. Перешли, пожалуйста. Так, вот это еще. Так, есть 16 гигабайт, есть 32 гигабайт, есть 64 гигабайта. И, разумеется, еще есть 128 гигабайт. Но сейчас самая главная вещь, это что все цены от 455, допустим, начинается, и по 100 долларов гигабайт отличается, по 190 вот так вот. И это будет сколько? 455, 16, еще 100 добавляем, 32, будет 555, и это так, 655 и 755. Легко, удобно это, не очень. Но если у вас вопрос есть, вот я вам скажу, как раньше, вы можете обращаться по WhatsApp или не знаю там, и можем вам доставлять там до отеля или до гостиницы, который еще вам легко и это будет. Но круто будет, если сюда придете, ну как вы это желаете. Так, все, вот это ваш iPad, короче, на, бери, брат, иди. Давай, хорошо. Отличить подделку от настоящего очень легко. Например, можно как отличить плохого человека от неплохого человека? По первой, по лицу, да? И второй, по отношению. И по третьей, как он разговаривает, по четвертой, да. И это точно такой. Вот, например, возьмешь iPad, ну, там на самом деле в iPad 5 там написано вот такие вещи. Здесь, например, iPad, там написано, что под iPad, или там, не знаю, там, или V-Pad, или там Q-Pad, или не знаю, там. Короче, это нету. Потом обращайте внимание на задний час. Он вот это, как конфетка, красивым образом написано имя и так далее, там есть белый, есть черный цвет, еще есть золотой цвет. Но сейчас, это в связи, что сейчас у нас новый магазин открыт, а сейчас пока еще времени нет, никто не знает. И потом есть золотой iPad, новый золотой iPad, 24 карат золота, будет жить в золоте. Жизнь будет как золото. Золотой iPad будет с корпусом, так корпусом стоит $380. И плюс iPad 300 долларов. Ну, общий 608 так входит. У вас вопросы будут еще, это, скажите там, вам скажем. Потом, вторая вещь, у вас какое-нибудь предложение насчет айфонов? Или хотите там что-нибудь, не знаю, там, или показать там образец флага России к айфону, или такие вещи, вы позвоните нам, скажите, что я, допустим, так хочу. И вам мы сделаем очень легко, круто и шикарно. Еще вам покажем, короче, iPad mini, вот который вы видите. Оп, вот это mini. Обходится два уровня. Есть два это вида. Есть iPad mini 2, есть iPad 1. Да, есть 16 гигабайт, есть 32 гигабайт, есть 64 гигабайта. iPad mini 16 стоит $420. Так, а 32 гигабайта стоит 550 долларов. А 64 гигабайта стоит $630. Вот так, насчет ценов не беспокойтесь, вам сделаем хорошую цену. Вам покажем другой iPhone 5s. 16 гигабайт. Сколько стоит? $640 всего лишь. Сами дешевле всего. Не так уж дорого, не так уж и плохо. Вот. Красивый это телефон. Номер 700. Телефон от души. И все есть. Вот золотой. Вот здесь я вам сказал, что можем вот этот корпус полностью поменять, вам сделать золотой. Или серебристый. Серебристый, полностью серебристый. Подделку сейчас очень легко. Подделку, вот, во-первых, зайдет там, звездочка 06, решетка и подделка. Да, вот просто простой пример, что вот звездочка, не нужно вот проверить, но если боитесь, вот так, вот код имя. Здесь видите, 9152, и сзади посмотрите, 9152, легко, очень удобно, понимаешь, блин? Рефреш означает, что это, перевосстановленный. Новые телефоны были уже старыми. Например, телефон старый становится, потом его берут, корпус поменяют, сделают новый. Это означает refresh. Refresh and refresh. Это трудно вообще объяснить. По имею можно проверить.
по слуху можно проверить, например, нужно думать. Например, все вещи, которые сейчас новинка, они фреши не бывают. Наверное, вы просто подумайте, вы хотите купить, что купить сейчас? Вы хотите купить Galaxy S3. Правильно? Правильно. А Galaxy S3 уже 4 года существует в маркете? Существует. Так вы должны задуматься, а, значит, почему это так долго и до сих пор они существуют? Потому что сейчас 21 век, этот мир крутится вот так. Каждая секунда, это означает, что это 20 секунд. Рефреш есть, кто продает, он говорит вам, что вот это рефреш. Ну, некоторые наглые люди есть, которые не говорят, и так продают. Предупреждение, потом продажа. Не так ли, брат? Улыбка, улыбка нужна, понимаешь? Улыбка. Без улыбки ничего не пойдет, понимаешь? Вот этот телефон. И вот, можете к нему вот такой телефон, это как называется? Чехол. Чехол к нему Феррари. И потом есть к нему другие аксессуары, которые он сказал, золото, хотите золото, чехол. Потом хотите вот такой противоударный пленку, вот такой, сейчас другие пакетики есть, сейчас я просто осталось, покажем. Вот, потом берете вот так телефон и бьешь вот так, бьешь, айфон не сломается. Ну пойдет, ну может быть сломается. Как обманывать покупателя, это очень трудный вопрос другой. Там. Чтобы не обманывали, мне позвонить, я вам скажу, как не обманывали. Так, ответь нормально. Вот, например, как не обманывать. Вот этот старший человек. Да. Хороший магазин, хороший телефон. Да, хороший телефон. Купил здесь уже два телефона. Так все нормально. Евгений из Москвы. Полковник милиции. О. Очень приятно, брат, руку давай. Я тоже хочу полковник. Генералом хочу стать. Я, кстати, я всем хочу сказать, что первоначально мы это начали, еще не знаем, что будет или так будет, что будет, еще не знаем, но мы открыли новый шубный салон. Например, придет клиент, хочет шубу купить, да? Плюс мы это, ему отдадим один подарок, один вещичку, который им созвонится. Вот здесь нажимаем сюда. Ну, лифт сам спускается, видите? Выходили, вы были на Луне. Вот с этого местечка будет Луна, не так ли? Юпитер и Луна. Ну, вот так. Приходи, заходи, друг, вот мой, как называется? Лифт к счастью это называется. Главный лифт, короче. Уважаемый, кто я вам это последняя у нас модель по перечке, очень хорошего качества, видите, это пургузинский соболь с зеленым отливом, с сединой, все как положено, очень прекрасный выбор, естественно, вы еще получите подарок. Самый лучший телефон это iPhone 5. Дорогие друзья, которые сейчас вы смотрите наше видео, если вы придете в наш магазин, как вам сказал МТС, приходите, если вы скажете пароль в Дубае, вам отдадим один пленку подарок, хороший сервис и так далее. Ну, скажите пароль в Дубае.